Феодосия, солнышко мое, на солнышке греешься, да? Фео, ты Фео? Красота, да и только. Вот такой животик у нас, вот такое солнышко. Нам еще дней 10, да? Животику этому ходить. Вот такой пузатичек. Красивый. Балдеж. Вот такая ты девочка. Вот такая ты сладкая. Самое главное, кто-то из участников снимет маску. Сегодня номинантами стали лошадь, кончик и пузатик. Пузатик. Красотуля. Жорик. С которого края? На голову не было, не было человека. А тут он появился. Необычный произнес. Это наша Дося. Это ее детки здесь. Вон они, вон они, вон они, наши новорожденные, мокрые еще. Да? Кто там у нас, милашка? Ну вот, первая еда у наших деток. Только-только первые глоточки. Кушаем. Мамочка еще дрожит. Да. Вот такие вот у нас детки. Вот это самый темный, потемнее мрамор, это девочка Гермиона. Посередине мальчик мраморный Гарри. А вот это тоже девочка. Мы ей тоже обязательно придумаем имя. Еще не придумали. Насмотрелись Гарри Поттера, и теперь у нас будут такие имена. Сегодня 17 февраля 2022 года. У нас такое счастье случилось. Наша Феодосия стала мамочкой. Кто папочка этим деткам, всем, конечно же, и так понятно. А также папа Феодосии стал впервые дедушкой. Феодосия — это дочь самого первого помета. Из первых, не самого первого, из первых, да, деток от нашего Елисея. Такие у нас, вот такая она мама, никого не подпускает. У нас родилось две девочки и один мальчик. Немножечко подрастут. Мы обязательно вам покажем их поближе и расскажем. Вот такая у нас девочка. Беленькая, очень курносенькая. Так. Вот такая у нас девочка. Это просто нечто. Это просто нечто. Наверное, это голубой мрамор. Но мы посмотрим на пигмент, который появится позже. Такое вот красивенное счастье. И вот такой у нас мальчик. На вид он серебряный. С серебряными пятнышками. Я так понимаю, это голубой мрамор. Такой вот красотун, хвостик мраморный, такой парень, бутуз. Вот такие у нас детки, такая у нас красавица мамочка.